произошло на белорусско-польском участке государственного рубежа. Пограничный наряд двигался по этой дороге вдоль КСП и обнаружил очень необычные следы. На них отчетливо была видна надпись «2010». Пограничниками была определена давность следа и направление движения предполагаемого нарушителя государственной границы. Нами было установлено, что данные следы принадлежат Новому году. Двигался он ориентировочно пол первой ночи по белорусскому времени с востока на запад. Можно констатировать тот факт, что Новый год не прошел незамеченным и продолжил свое движение на запад. Соответственно, с данным инцидентом мы проинформировали пограничника сопредельной стороны праздничной телеграммой.